Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 1121. Сколько существует двузначных чисел, для записи которых используются первое только цифры 0, 2, 4, 6 и 8? Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы составим такую табличку. В первой строке этой таблички будет первая цифра числа. Так и запишем. Первая цифра. А во второй строчке будет вторая цифра этого двузначного числа. И рассмотрим, какие же у нас могут быть варианты. Итак, в качестве первой цифры могут быть все данные цифры, кроме нуля. Число не может начинаться с нуля. Поэтому на первом месте может быть двойка, может быть четверка, может быть шестерка, а может быть восьмерка. Теперь, если первая цифра – это двойка, то какое может быть вторая цифра? Ну, сказано, что цифры повторяться могут. Может быть 0, ну, из этого набора. Может быть 2, может быть 4, может быть 6, а может быть 8. Если на первом месте четверка, то на втором тоже может быть 0, 2, 4, 6 или 8. Если на первом месте шестерка, то тоже тот же набор цифр может быть на втором месте, и для восьмерки тот же набор. Таким образом у нас получается вот первый вариант, второй, третий, четвертый, пятый, это число 28, 40, 42, 44, 46, 48, 60, 62, 64, 66, 68, 80, 82, 84, 86 и 88. Всего получается 20 вариантов. Значит, всего будет 20 двузначных чисел. Второе. Теперь нам дан набор других цифр. 1, 3, 5, 7 и 9. Точно так же мы составим табличку. В первой строке этой таблички будет первая цифра этого двузначного числа, во второй строке будет вторая цифра. На первом месте может быть и единица, и тройка, и пятерка, и семерка, и девятка может быть на первом месте. На втором месте, если первая цифра единица, то на втором и 1, и 3, и 5, и 7, и 9 может быть. На третьем месте тоже 1, 3, 5, 7, 9. Если на первом месте пятерка, то на втором тот же набор. Для семерки тот же набор. И для девятки тот же набор. А теперь давайте эти числа просто перечислим. 11, 13, 15, 17, 19, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 72, 75, 77, 79, 91, 93, 95, 97, 99. Мы перечислили все возможные двузначные числа, в которых используются вот эти цифры. 1, 3, 5, 7, 9. И у нас получилось 5 раз по 5, по 5. Значит, 25. Давайте запишем всего 25. Двузначных чисел, в записи которых используются данные цифры. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.